мы, русский добровольческий корпус, то самое подразделение, которое будет бороться с Путиным, с его армией. Скажите, как называется это село, в котором мы сейчас? Мы сейчас Случаевск. Область? Брянск. Брянская, стало быть. Родина наша. Наша родина. А до Москвы далеко отсюда? До Брянска 165. А дальше... Вот эти листовки передайте, пожалуйста, знакомым. Хорошо. Вам сейчас хорошего дня. Еще я вам посоветую, пожалуйста, в ближайшие часа два лучше пребывайте в убежище. Пребывайте в убежище. Сейчас обстрелы идут. Идет бой с путинским режимом преступным. Пожалуйста, займите укрытие. Все, вам хорошего дня. Счастливо.